Мы приехали вот в такой вот шопинг-центр, развлекательный центр. Сейчас будем ходить изучать. Фонтанчики светятся, но, конечно, очень скучненько. Да, тебе нравится, Варюша? Да. Ну, главное, что Варе нравится. Класс! Варя, смотри, они светятся даже. При входе нас встречают вот такие сфинксы. Это сфинксы, Варюша, будешь знать. Сфинкс, да, вот такой он. Не оживет. Не оживет? Говорит, папа, ну, а если он оживет? Если за столько лет не ожил, доти, наверное, не оживет. Во всех торговых центрах стоят металлоискатели, так что мы сейчас будем проходить через металлоискатель. Давайте, девчонки. О, запищало. Но нас пропустили. Так, я тоже прошел металлоискатель. Сейчас пошопимся. Что будем тебя разбирать? Это для взрослых. Так взрослая. А вот детская. А вот какой-то детский магазин, да? Ну что? И здесь закрыто. Где? Ну вот куча игрушек зато есть. О, Эльза! Смотри. О, папа, смотри, какая большая Эльза! Да, большая. Только она что-то на себя не похожа, по-моему. Да, это большая Эльза? И Бэтмен. Микки есть? Вижу. Костюм Бэтмена. Костюм Супермена. Костюм Бэтмена. Солнышко, здесь закрыто. Давай мы вернемся, когда будет открыто. Ой, Варя, смотри, тут кафе с мороженым есть. Да, это... Потом, просто посмотри, какое здесь кафе. И покушаешь мороженое. Договорились? Все. Опять. Эба! Сумки, кошельки, клатчи. Варь, тебе это все интересно? Я думаю, нет. После того, как узнала, что есть мороженое, ей уже ничего не интересно. Да? Варя очень любит нажимать кнопки в лифте нашего отеля. Ну, нажмем и здесь уже. Нажала. А что с ним не так? А ну я попробую. Ну, не знаю, не работает. Не работает. Пошли. Сейчас около 7 часов вечера, но почему-то все закрыто. Почему, непонятно. Как и обещали, мороженка пришли покупать? Пошли выбирать мороженое. Это оказалось кафе с кучей видов разного. Фу, смотри всего. Пироженки, тортики. Пошли мороженое. Мороженое я с той стороны видел. Вот оно, мороженка. Так. Нет, тут надо просить дядю. Смотрите, сколько видов мороженого. Тут все цвета, наверное, не перечислишь. Какое ты хочешь мороженое? Синее, мама. Нет, так а что мама сказала? Ты выбирай, какое ты хочешь. Не синее. Ты хочешь синее? Да, сказала синее. Ну, сказала синее. Но просто мама не видела, что тут столько разных цветов. Может, ты какой-то другой хочешь цвет? Нет, синее. Хочешь синее? Окей. Сейчас ложечку нам дадут еще. Вот, дали нам ложечку, смотри. Ух ты! Класс! Вкусное? Скажи, док, тебе нравится мороженое? Вкусное? Подержим. Идем к маме. А мороженое вкусное, скажи? Да. Да, понравилось тебе? А можно мне ложечку попробовать? Угости папу ложечкой мороженого. Маленькая ложечка, мне большой не надо. Победил. Очень вкусное мороженое. Со вкусом жвачки, судя по всему.
Так, возвращаемся и смотрите, магазин игрушек уже открыт. Так, что у нас тут есть? Ездит? Ну так заведи ее сначала. Там же сбоку ключик такой заводной. Вот, да. Да, Эльза. Замок такой. Платится Эльза? Это чемодан. Ой, какой чемодан. Бэтмена. Это не Бэтмен, это человек. Паук. Человек-паук. Спайдермен. Спайдермен, точно. Вот он, кстати, опять, видишь? Вот он, Спайдермен. Опять эти лизуны. Ух ты. Давай пойдем в другой магазин. Нет. Чемоданчик понравился? Чемоданчик. Конечно, купим.